ЦСКА приняла у себя в гостях польскую команду Артега Бедгош. И, как всегда, вьетнамчанок пришли поддержать их преданные болельщики. Ну, девочки молодцы, они борются до конца. Смотрела матч, когда они в Польше с ними играли. Думаю, сегодня у нас все получится. Обязательно надо победить сегодня. Обе команды, примерно равные по силам, настроенные только на победу, резво начали матч. В начале игры удача была на стороне наших девчонок. Они один за другим забрасывали мяч в кольцо. Но польская команда не отставала, много атаковала и нарушала правила. Во втором периоде встречи гостям удалось догнать хозяев на табло. А на последних минутах полячки провели быструю атаку, забросив важный мяч, и отправились в раздевалку, уже ведя в счете. Вначале мне очень понравилась слаженность. Очень понравился тот состав, который Сергей Николаевич выбрал на старт игры. Я думаю, что это очень правильное было решение. Но в середине второй четверти мы очень сильно снизили процент попаданий. Из этого сложился минус. В завершающем периоде удача окончательно перешла на сторону соперника. И как ни старались вьетнамчанки, им не хватало точных бросков. Преданный болельщик Олег Гуляев не пропустил ни одного матча Спарты НК. И, как всегда, очень переживал за российских спортсменок. Сегодня слишком много мажут издалека, бросают трехочковые. Что-то не нравится. В итоге Спарта НК в заключительной игре группового этапа Кубка Европы проиграла Артега Бедгош со счетом 44-55. Анастасия Воронина, Владимир Бежонов, Сергей Ларин, Видное ТВ.